Обрадую вас, осталось немножко. И давайте закончим с куколками Equestria Girls. Осталось две последние. И первая, которую я вам хочу показать из коллекции Rockin' Hairstyle. Это самая детализированная и самая известная коллекция из линейки кукол Equestria Girls, по мнению многих коллекционеров. Мне посчастливилось найти первую именно Twilight, поэтому давайте посмотрим на нее. У Twilight действительно проработанный и очень-очень полноценный образ. Я считаю, что ее юбка просто божественна, и ее лицо, ее прическа, ее сережки. Также у Twilight есть вот такая вот сумочка. Она незамысловатая, просто пластиковая сумка, она не открывается и просто очень-очень твердый на ощупь. И последняя кукла Equestria Girls, о которой я просто мечтала. Это Trixie Lulamoon из коллекции Rainbow Rocks. Вы знаете, насколько я тащусь от ее просто пафосности и ее некого даже высокомерия, но я искренне считаю, что Trixie вышла чуть ли не самой лучшей куклой из этой коллекции. Она просто чудесна, просто прекрасна. Принты на ее платье, аксессуары. Именно из-за этого, кстати, я не могла найти ее достаточно быстро. Очень большое количество аксессуаров на некоторых Trixie отсутствовало. Но я нашла ее вместе с ее гитарой, расческой, дополнительной прядью и карточкой. Наверное, немногие знают, но я также фанат кукол Monster High. И в этом году, летом, я решила не отказывать себе в желаниях и купила вот такую вот прекрасную Laguna Blue из коллекции Dance Class в ее идеальном состоянии, даже с сумочкой и с браслетом. Нет, вам не кажется, мы действительно заканчиваем. И сейчас я покажу вам последнюю куклу Monster High, которую я приобрела в свою коллекцию. Я мечтала об этой кукле, я просто, не знаю, не была готова тратить на нее такие деньги, которые просят за нее в идеальном состоянии, но мне удалось практически просто по конструктору собрать эту милашку себе в коллекцию, и сейчас вы увидите чудеснейшую малышку, которую я себе купила. Да, наверное, очень-очень многие из вас знают этот прекрасный шлейф, этот прекрасный пояс, эти погоны и эту милашку с короной. Это Mercedes King из коллекции Bjork Bjork. Я нашла эту милашку у одного продавца полностью голенькой, она была абсолютно без какой-либо одежды, но я купила ее безумно дешево, всего лишь за 350 рублей. А затем уже нашла ей отдельно платье, пояс, погоны, даже серьги. В Mercedes меня зацепил тот факт, что она мышка, и мой второй инстаграм называется Мэриамкан, хотя раньше он назывался Mercedes Queen, то есть Mercedes Королева. И все это благодаря Mercedes. Ну что, поняши, я показала вам всех своих новинок, ну а сейчас давайте же посмотрим на все новиночки вместе. The picture was a painting of you, and for a moment I thought you were happy, but then again it wasn't true. And all this time I have been lying, oh, lying in secret to myself. I've been putting sorrow on the forest plates on my shelf, and running far away. Would I run off the world someday? Nobody knows, nobody knows. And I was dancing in the rain, I felt alive, and I can't.